Вже цими вихідними українці зроблять своє волевиявлення і віддадуть голос за тих, за кого вважають за потрібне. Звичайно, на вибори потрібно сходити. Багато гостей до нашої студії завітало і говорили хтось, що зміниться ситуація якось, не зміниться ситуація, але пам'ятайте, обов'язково треба піти на вибори і віддати свій голос саме за того кандидата, за кого ви вважаєте потрібне. Я, Юлія Гончар, вас вітаю. Сьогодні, окрім місцевих виборів, ми будемо говорити стосовно міжнародних відносин. До нашої студії завітав експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. До місцевих виборів ми з вами повернемося, так як я вже сказала. Хотілося б розпочати нашу з вами розмову зі співпраці України та НАТО. Реальність таких відносин. Да, безусловно, они реальны, поскольку НАТО является важным военно-политическим блоком, в котором США занимает ключевую позицию. И США на сегодняшний день является важным и, по сути, единственным крупным стратегическим партнером Украины в конфликте, во взаимоотношениях с Россией. Поэтому перспективу имеют взаимоотношения Украины и НАТО, и они будут развиваться. Это не означает, что Украина будет членом НАТО. В ближайшие годы это маловероятно. Ввиду многих причин субъективных и объективных, о которых сейчас нет смысла говорить, но сотрудничество между НАТО как военно-политическая структура и украинским правительством будет продолжаться, безусловно. Дивіться, Петро Порошенко вважає, що необхідні для вступу в НАТО реформи займут 5-6 років. Ви 5-6 років. Ви з цим погоджуєтесь? Я думаю, что не все зависит в этой ситуации от Украины. Даже если Украина и приведет необходимую реформу, о которой говорит президент, надо, чтобы политическая воля была в США и в Европейском Союзе, прежде всего в Германии и Франции, по поводу вступления Украины в НАТО. Потому что, если вы помните, в 2008 году, в 2009, именно Германия блокировала вступление Украины, возможную интеграцию Украины в эту структуру. Поэтому здесь не все зависит от Украины. Але президент вважає трішечки інакше. Він сказав, що саме оці необхідні реформи, які від нас очікують, він візьме під свій контроль. І 5-6 років – це не більше, це отак саме такий навіть завищений срок. Он также говорит много и про реформы социально-экономического характера, которые необходимо провести для интеграции в Европейский Союз. Я хочу напомнить, что Грузия в свое время провела все реформы, и в том числе в военно-политической сфере. Они активно сотрудничали с НАТО, уникальные реформы провели в социально-экономической сфере, то есть безусловный позитив был, но они не вступили ни в Европейский Союз, они не вступили ни в НАТО, им даже не дали безвизовый режим. То есть это не означает, что это будет точно так, как говорит президент. Тем более сейчас президент один, а через 5-6 лет может быть другой. Другой может сказать другое. Так, я с вами погоджуюся. Вы сказали, что для того, чтобы мы вступили в НАТО, не только реформы мають відбутися, але и має бути політична воля в Германии, в США. Как может быть політична воля в цих країнах? Вона є. Але в нашої країни політичної волі в наших політиків повністю, вона повністю відсутня. Про який вступ ми можемо взагалі говорити, коли ми бачимо, що яка клоунада відбувається в країні? Ну, політичні всі еліти нашої країни, вони, по суті, представляють українське суспільство і відражають настроєння людей, в зависимості від конкретного регіону, будь то Київ, там, Львов, Одеса. Поэтому еліти політичні, вони повинні знайти консенсус по поводу будущего країни. На сьогоднішній день соціологічні дослідження показують, що більшість жителей Украины, большинство граждан Украины, сторонники интеграции Украины в НАТО. Не абсолютное большинство, то есть нельзя сказать, что это 95% или там 90%, но процентов 60-55% точно сторонники НАТО. Поэтому этот сейчас курс выбран. Но, повторюсь, не все зависит от Украины в этой ситуации. Надо, чтобы была соответствующая воля более серьезных государств. Ну так, але гаразд, наприклад, якщо ця воля в держав, так, в серйозних, вона є. Що треба нам зробити, що треба нашій владі зробити для того, щоб все ж таки себе показати з кращої сторони, а не з тієї, як зараз ми показуємо? А порядок потрібно навести в країні, прежде всього. И показывать позитив в социально-экономической сфере. То есть должен быть соответствующий прогресс во многих сферах общественной жизни и в сфере экономического развития. В ближайшее время пока это очень тяжело сделать в связи с военными действиями на Донбассе и многими другими причинами. Это даже не важко сделать, это невозможно сделать, потому что куда ни ткнись, в какую галузь ни ткнутися, там
повний регрес іде. І потрібно щось розпочинати. Потрібні кошти, кошти, дуже багато коштів. Нам надають ці кошти, але ми не бачимо, куди вони йдуть. Да, потому что одной из причин проблем Украины, кроме войны на Донбассе, является коррупция. Чудовищная коррупция, которая 24 года разъедает изнутри всю политическую систему и социально-экономическую. Поэтому жесткое управление и борьба с коррупцией, они могут привести свои результаты. Ну, як же боротися тоді з цією корупцією? Вона процвітає надалі. Ми створили антикорупційне бюро. Ми чекали, доки воно запрацює. Чекали, гаразд, всі експерти не висловлювали свою думку стосовно того, чи працює воно, чи не працює. Прийшов певний час, кажуть, ну, ми чекали. Ну, не бачимо ми результатів. Треба ще чекати? Ну, к сожалению, ви праві. И я много раз говорил, лично мое мнение могу выразить по этому вопросу, без внешней помощи Украина побороть внутреннюю коррупцию не сможет. То есть нужен жесткий контроль со стороны международных институций финансовых, которые предоставляют, например, финансовые средства. Сейчас говорим про Всемирный банк и МВФ, Международный валютный фонд, ну и со стороны Европейского союза. Соглашение, с которым Украина подписала об ассоциации, все деньги, которые выдаются в Украину, должны жестко контролироваться. И очень тщательный, скрупулезный контроль со стороны вот этих вот инстанций, он позволит контролировать украинских чиновников разных уровней. А чего этого зараз не відбувається? Он есть, просто Европейский Союз, я думаю, не знал и не ожидал уровень коррупции в Украине. Я вот читаю прессу европейскую, изучаю голландскую, там, французскую. И мнение в Украине складывается у граждан Европейского Союза как о коррумпированном государстве банкроте. И вот это мнение, оно довольно широко распространено в Европейском Союзе. Не как о процветающем и перспективном государстве, а как о коррумпированном государстве банкроте. К сожалению, пока это так. И вот это мнение, оно муссируется, распространяется. И Украина своими многими действиями подтверждает вот это реноме своей страны за рубежом, ну, своего статуса такого за рубежом. Ви почали казати стосовно того, що країна банкротна. Ще на минулому тижні Європа сказала, що Україна в дефолті, правильно? А наш президент сказав, що ні, це не так. Але потім вже пізніше вже змирився, тому що весь світ говорить українцям, президент же каже, що ні, це не так. Невже настільки треба замилювати очі людям і робити вияв того, що все нормально, все добре? Невже настільки людей вважають безглуздими? Я навіть не знаю, як це сказати. Ну, якщо брати офіційну сторону, то офіційна сторона питання банкрутства, вона ще не встановлена, тобто офіційно не признана. Украина банкрота. Но постоянно различные инстанции говорят, преддефолтное состояние, ушли с преддефолтного состояния, опять вернулись в преддефолтное состояние. Ярейска, постоянно министр финансов Украины, напоминает о том, что мы то в преддефолтном, то в дефолтном, то непонятно в каком состоянии. Да? Вот эта вот игра слов, она всех пугает. Но пока что Украина как-то пытается выйти из этого кризиса. Будем надеяться на то, что она выйдет. Будемо, звичайно, сподіватися, але що найголовніше потрібно для того, щоб вийти з цієї кризи? Я думаю, прекратити війну на Донбасі і жорсткі міри проводити по боротьбі з корупцією. Все буде тоді, ну, основні аспекти соціально-економічного розвитку країни піднімуться. Показатель, це моє мнення по цьому питанню. Війна на Донбасі, вона триває, і агресор Росія, пан Путін, не збирається відступати від свого, хоча вже весь світ показав, що він не правий. Який ви бачите варіант закінчення цієї війни? Вихід? Однозначного рішення питання не існує, на мій взгляд. Урегулювання однозначного цього військового конфлікту на Донбасі не існує. Тобто, тільки длительні ці дипломатичні ігри і фактична заморозка цього конфлікту, це, по суті, на сьогоднішній день єдиний вихід. То есть есть два варианта развития событий. Либо это специальный статус, и к нему идет Украина потихоньку, либо отчуждение этих территорий, непризнание их таковых, и они будут жить, по сути, самостоятельно, интегрируясь гуманитарно, социально, культурно и экономически с Российской Федерацией, но территориально не являясь ее частью, так как это было с Южной Осетией и Абхазией. Поэтому вот эти два варианта пути, они остаются. Никто не знает, как это будет развиваться. Я думаю, что единого сценария нет. К сожалению, изначально все пошло по наихудшему варианту. И, по сути, сейчас идет импровизация, выражаясь музыкальной такой терминологией. То есть играет какая-то мелодия, все
все импровизируют в зависимости от того, как кто поведет себя. Европейский Союз, Россия, США, какие-то свои методы используют да, внешней политики. И США вот готовы были предоставить оружие, но поняли, что если это будет осуществлено, именно украинская армия, это может спровоцировать более серьезные действия. Путин может открыто начать поддерживать там, даже авиацию, допустим, ДНР, ЛНР. ДНР, ЛНР могли пойти вперед дальше, но боятся, что может спровоцировать соответствующую реакцию США. То есть сейчас статус-кво, и пока он выгоден и России, и США, и Европейскому Союзу. Ну, тобто, не выгоден Украине. Так, тобто таке замкнуте коло. Фактически получается так. Нам потрібно вже сподіватися на якесь чудо. Тому що як туди хочеться, щоб нам надали зброю, нам її не можуть надати, тому що можемо спровокувати так Росію. І ми маємо справді сподіватися на якесь чудо, яке має відбутися. Тільки дипломатичні да, переговори. По суті діла, от ці нормандська четверка, так називаємо, в якій участвують Путин, Порошенко, Меркель и Оланд, и более низкий уровень в виде Минских соглашений, в которые представители Украины есть, там Кучма, Горбулин и другие известные люди. Они, по сути дела, вот эта альтернатива на сегодняшний день этим переговорам нет, но эффективность этих переговоров, она крайне низка, она бесперспективна, на мой взгляд. То есть изначально не было желания договариваться, это больше имитация переговоров на всех уровнях, это мое глубокое убеждение, к сожалению. Поэтому... Для того, чтобы показать, что что-то происходит, да, потому что мы увидели, что Минские договоренности и первые, и другие, как Россия, так и Украина, никто не дотримывался. Да, если бы никто ничего не делал, страны бы тебя обвиняли в том, что они бездействуют. А сейчас их не обвинишь, что они бездействуют. Все говорят, вот Минские соглашения, исполняйте их. А изначально, вы правильно сказали, их никто не исполнял. Они должны были быть исполнены еще в апреле-мае месяце. А сейчас уже октябрь, какие-то дополнительные встречи парижские, опять дополнительные, к чему дополнение, письменных никаких дополнений нет, опять договорились отвезти оружие, проблемы с отводом оружия, опять кто-то подорвался на мине, и отец сказали, а вы стрельнули, а мы стрельнули, и вот, ну, как обычно, все ничего нового. Тоді таке питання, як Україні найти своє місце в сучасній геополітиці? Вы знаете, к сожалению, Украина на сегодняшний день выступает как объект геополитики, а не как субъект геополитики. То есть Украина не влияет на ситуацию в Европейском Союзе, в России и в США, естественно. То есть, но Россия, США и Европейский Союз влияют на ситуацию в Украине. То есть объект международных отношений, к сожалению, на сегодняшний день. Поэтому самостоятельно фактически Украина не проводит внешнюю политику, во многом полагаясь на помощь Европейского Союза и США. При Януковиче, там, при Кучме оно было по-другому. Россия во многом диктовала курс Украины. Сейчас диктует США и Европейский Союз. Насколько это позитивно покажет время, трудно оценить. Но результат такой, что произошло, как вы сказали, геополитическое такое противостояние, столкновение на территориях, на терренах Украины. И были предпосылки для этого внутри Украины, к сожалению, я не буду сейчас о них говорить. Но внешние силы использовали эти противоречия в украинском обществе. Они усилили их посредством определенных методов, и произошел социальный взрыв, не без, естественно, внешней поддержки, то, что мы видим, к сожалению, войну, кровавую войну, страшную войну на Донбассе, причем неизвестно, как дальше будет ситуация развиваться. Так, вже давно невідомо, як буде ця ситуація відбуватися. Дивіться, ви сказали, що дуже багато чого від Євросоюзу так залежить. Але скільки ще терпітиме нас ЄС, чи потрібні ми йому? Вы знаете, вот тут нет единства точек зрения в самом Европейском Союзе в отношении Украины. То есть страны, там, как Великобритания, как Польша, страны Балтии, они ярые антироссийские по своей направленности страны и активные лоббисты и сторонники поддержки Украины. Но есть такие страны, как Венгрия, как Кипр, как Словакия, Чехия, и я бы сюда отнес даже Германию и Францию, они не определены еще в своей позиции по отношению с Украиной. То есть формально они как бы поддерживают территориальную целостность Украины, формально они поддерживают правительство, помогают, но они и в хороших отношениях с Россией, и экономически, и культурно. Поэтому многие свои действия в отношении Украины эти лидеры этих стран согласовывают и с руководством Российской Федерации. Так, чтобы действия Германии, Франции и многих стран Европейского Союза в Украине не несли ущерб интересам России. Поэтому тут единства точки зрения в Европейском Союзе нет. И это одна из причин, одна из преград интеграции Украины в европейское пространство, как и преграда, я могу просто пример привести, для Турции. Точно так же в отношении Турции никогда не было ясности. Германия всегда противилась интеграции Турции, поэтому Турция забуксовала в определенном моменте, а сейчас уже все говорят,
вот давайте там туркам помогать, так как они борются с ИГИЛ и так далее. То есть это геополитика. Ну так и да. И так и нам зараз допомагають. Ми маємо тільки на це сподіватися. Ви сказали, що це таки формальна допомога, так, Європи і Германії, все це, щоб утримати такі дипломатичні, на дипломатичному рівні залишитися. Але чи може, ми можемо розглянути ще найгірший варіант, що навіть оця формальність, вона піде проти нас, не буде? Я думаю, на сегодняшний день нет предпосылок так говорить, поскольку, повторюсь, США определяет во многом позицию Европейского Союза и будущее Украины на сегодняшний день. Пока США является союзником Украины, Европейский Союз будет помогать и будет всячески поддерживать курс Соединенных Штатов Америки и НАТО, о котором мы говорили в начале, поскольку практически все страны Европейского Союза, за исключением нескольких стран, являются членами и НАТО. Поскольку в НАТО основным движущей силой основной является США, будущее Украины, ее развитие зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, от финансовых возможностей этой страны, от военно-политического сотрудничества. А ведь нас еще зависит? Ну, глобально мы, я повторюсь, не влияем на ситуацию вокруг нас. Глобально мы только можем изменить внутри себя страну. То есть от нас самих зависит того, кто, как будет социально-экономически страна развиваться. То есть бороться экономически, коррупцию стараться побороть и предпринимать какие-то реформы социального характера. То есть я считаю, что нужно развивать некоторые перспективные сферы экономического развития Украины, прежде всего, это сельское хозяйство. Это уникальная возможность развития. То есть нужно как-то найти варианты, чтобы это не было похоже на, выражаясь терминологией Иванова, руководителя администрации президента Российской Федерации, о том, что Украина сырьевым редактором может стать там какого-то государства или Европейского Союза. Нужно найти свое место, чтобы и Украине было хорошо, и Европейскому Союзу, и, возможно, даже какие-то социально-экономические отношения с Россией. В любом случае, рано или поздно к ним вернуться, поскольку Юго-Восток Украины социально-экономически очень тесно взаимосвязан с Россией, был и будет. И это не факт. Сейчас отношения ухудшаются, но видите, как хитро все проводят. То есть сначала авиасообщение отменили, то есть нельзя было лететь там, в Питер, в Москву, а сейчас уже Росавиация запросила некоторые полеты возобновить. То есть вот это вот привет пока, оно будет в такое... Варювание такое, да, відбувається? Мандраж, он будет в ближайшие годы неизбежен. Но все равно тенденция к ухудшению будет отношений с Россией при любом развитии событий, это мое мнение. Но в любом случае где-то какие-то экономические и, возможно, какие-то гуманитарные аспекты будут решаться. Вот яркий пример – это консенсус по поводу Крыма. То есть Крым никто не трогает, туда идет электроэнергия. 70% потребления Крыма – это украинская электроэнергия, которая идет там с Херсона, с Запорожской области. Украина не отключает его. Это косвенно подтверждает, что есть какие-то договоренности. Также Украина зависит от энергоносителей России. Идет поставка топлива на теплостанции с Россией и идет поставка газа. Поэтому тут взаимные такие есть геополитические договоренности, на которые никто не обращает внимания, все закрыли глаза. Давайте еще поговорим с вами стосовно блокады Крыма. Кому она выгодна? Вот эта блокада, я когда о ней говорю или пишу, я всегда в кавычки это слово беру, поскольку блокада осуществляется, по сути дела, гражданскими организациями, политическими партиями. Это не государственная акция. Государственная акция более была бы серьезна, то есть было бы все организовано, какие-то органы этим были задействованы. А здесь больше акция гражданская, и она не препятствуется никаким образом со стороны государства, то есть активисты проводят ее, но это не глобальная какая-то блокада, я не думаю, что она существенно какой-то вред причиняет Российской Федерации или социально-экономическому положению полуострова. То есть на самом деле это больше, наверное, такой ход, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме Крыма. Еще раз повторюсь, масса есть рычагов у Украины воздействия на Крым. И с помощью электроэнергии, и с помощью других. Украина не использует эти средства. Руководство страны, точнее, не использует эти средства. Я думаю, это связано с какими-то инсайдерскими, секретными договоренностями с Российской Федерацией. І знаєте, можливо, це з якоїсь причини також вигідно і нашим політикам. Тому що я хотіла вас запитати, чи лише Росії вигідна війна? Мені здається, що і нашим політикам деяким також вигідна війна, яка зараз відбувається. Це не секрет. Много політологів українських об этом говорять. Много простих граждан, що некоторі політики заробляють на цьому гроші.
Вот. И Крым, и Донбасс, они стали такой трубой, куда можно списывать огромные средства, можно зарабатывать на блокпостах, можно заниматься контрабандой. Этим все занимаются открыто, к сожалению. И украинское государство с этим не борется. Больше, наверное, некоторые органы способствуют развитию контрабанды в Донбасс и абсолютно непонятная торговля между Крымом и Украиной. То есть там фактически таможня юридически создана. Эти документы возятся как экспорт, импорт, поэтому еще раз подтверждает этот тезис о том, что не все мы знаем о ситуации с тем, как получилось, что Крым стал фактически подконтрольной России. Так, и тоді, як нам зберегти Україну від російської агресії? Чи можемо ми зберегти, якщо не залучатися підтримкою США і країн? Самостоятельно це невозможно, тільки посредством підтримки США, Європейського Союзу, возможно, как-то в этой ситуации остановить Россию, поскольку позиция Путина принципиальна в отношении Украины, все это поняли. И он, естественно, просто так не будет останавливаться. То есть у него какое-то свое видение. Мы не знаем, о чем, тут только можно догадывать, какие теоретические там какие-то разработки есть, там будь то Новороссия, ДНР, ЛНР, федеративная Украина, что только он не говорит. В одной речи Путин говорит, там Новороссия, в другой он употребляет Юго-Восток Украина, хотя это он играет понятиями, аккуратно он всегда это использует, то есть явно какая-то игра, перспективу которой мы не можем пока на сегодняшний день понять. А конфликты у Сирии и Украины связаны? Адже багато кто вважає, что так. Да, много экспертов считают, что они связаны. Я бы их не связывал, поскольку предпосылки абсолютно развития этих конфликтов разные. В Украине причины этого конфликта одни были, в Сирии другие. Это Ближний Восток, там свои нюансы, связанные с религиозно-этническим особенностями этого региона. В Украине, слава богу, конфликт не носит межрасового или там межэтнического, там русские украинцы. И конфликт на Донбассе не носит характера религиозного. Есть там некоторые разногласия, конечно, между церквями, но в целом это не церковно-этнический какой-то конфликт. К счастью, я хотел бы сказать. А в Сирии это во многом религиозные причины. И, безусловно, экономические причины тоже лежат в основе сирийского конфликта, связаны с геополитическим распределением сфер влияния многих стран в этом регионе. Поэтому это и всплыло вот это вот страшное буквально конфликт на Ближнем Востоке, в котором мешалась и Россия. Бачите, не оминаємо ми Росію, не можемо. Ми з вами стосовно авіаперельотів поговорили, і ще хочеться запитати вас, чи може так статися, що в майбутньому припиниться залізничне сполучення з Росією? Я в одному із своїх аналізів прогнозував подобне розвиття, але я думаю, що це невигідно двом державам, Росії, Україні, слишком тесно связаны эти страны, были на протяжении многих лет. Много украинцев работает в России, много россиян приезжают сюда по работе. И если ограничивают ЖД-перевозки, пассажирские ЖД-сообщения, то я думаю, это просто может взорвать социально-экономическую ситуацию, ну, социально-экономическую стабильность некоторых слоев населения, скажем так. Поэтому в любом случае, я думаю, ЖД-перевозки и пассажирские перевозки будут осуществляться. А, скорее всего, что касается авиасообщения, будет все транзитом. То есть так же, как и было в Грузии, когда война между Грузией и Россией произошла, и страны разорвали дипломатические отношения в 2008 году, точно так же между ними авиасообщение прекратилось. И все летали через Киев. И выиграл от этого только Киев. Теперь наоборот, будут летать через Минск, и выиграет от этого только Минск и Белоруссия как посредник между перельотов Украины и России. Еще ваш комментар, будь ласка, стосовно збитого Боинга, когда экспертная группа разбиралась и сказали, что так, Россия, это Россия. Вы знаете, тут надо четко ситуацию понимать. Экспертной группы было много, официальная только одна, та, которая проводится Советом Безопасности Голландии. Так. В нее входят, она не говорила однозначно, ничего не сказала. Она сказала, что он был сбит Буком, производство, которое непонятно где и где оно было осуществлено, и сказала, что ракета была выпущена в радиусе 320 километров, то есть в радиусе в общий. Вот это единственные важные выводы этой комиссии. Они специально не говорят ничего, откуда была ракета, там, где она была выпущена и кто виновен. Однозначных выводов нет. Поэтому мое мнение по этой ситуации, в ближайшие годы мы не узнаем правду, однозначную правду, то есть как оно все осуществлялось. Я уже комментировал неоднократно для украинских и даже российских СМИ эту ситуацию. То есть я думаю, что спецслужбы России и США знают правду, кто сбил,
конкретно, откуда, кто был запуск осуществлен, но она вся сокрыта. Очевидно, в какой-то момент между этими странами и Европейским Союзом был достигнут какой-то секретный консенсус о том, чтобы не разглашать информацию по Боингу. То есть кому-то это выгодно. Уже давно могли бы однозначно сказать, кто это сделал, и привести факты. Прямых доказательств никаких не проводится. И вот эта экспертная группа голландская, Совета безопасности в Голландии, она однозначно не дает никаких выводов. Я думаю, это не случайно. Ну, тоді також можна зробити висновок, що не те, що ми через декілька років цього не дізнаємося. Якщо немає, не дає висновок ніякій експертна група, то його і не дадуть. Тому що не будуть людям говорити, тому що це може призвести ще до більшого конфлікту. Це може бути визвано, як адвокат, я вже прокоментую, це може визвати серйозні юридичні претензії якоїсь із стран. А якщо брати юридичну сторону, то Боїнг був збит літом минулого року, і формально він був збит на території України. І ця територія, на якій він був збит, район Шахтерська, міста Шахтерська Донбасу, на той момент, не была признана Украиной, Верховной Радой Украины, как оккупированная. То есть это была территория Украины. Да. Юридически, получается, Украина виновна за то, что Боинг сбил. Ну, формально так, если брать, понимаете. Украина, естественно, юристы Украины, там, Министерство юстиции, МИДа будут говорить, что это россияне сделали. Нужно доказательства соответствующие предъявить. А в международной практике доказательства – это как раз выводы экспертизы, которые неоднозначны. Поэтому тут тоже тупиковая ситуация с юридической точки зрения. Угу. Ну, і так, як на початку нашої програми я задала тему ще, що ми поговоримо стосовно місцевих виборів, хотілося б від вас дізнатися, що нам дадуть ці вибори, наскільки вони важливі? Знаєте, несмотря на те, що місцеві вибори є, по суті діла, таким елементом внутренней политики государства, да, это как такой барометр демократии, все равно во многом местные выборы Украины продиктованы внешними факторами. То есть это же внеочередные выборы, так. Как и внеочередные выборы президента были, досрочные выборы парламента и так далее и тому подобное. Поэтому местные выборы, которые проходят в Украине, они станут своего рода индикатором того, насколько украинское общество готово к реформированию. Лично мне закон о выборах, как и многим экспертам, не нравится. То есть на сегодняшний день он сильно заполитизирован, во многом продиктован, наверное, выражением крупных олигархических групп. То есть там хитро сделана система пропорциональная и мажоритарная в одних районах, местах мажоритарная система, в других пропорциональная. Поэтому она прописана под конкретные крупные такие политические проекты олигархических групп. И если выборы эти пройдут, то мы посмотрим реально, кто в нашей стране, на что, ну, какой имеет вес и влияние. Но я не исключаю, что местные выборы – это только начало. И если будет принята новая конституция Украины, все идет к тому, что будет принята новая конституция. Президент так сказал, что после местных выборов так. И так об этом акцент я почему на внешний фактор давлю, поскольку Европейский Союз тоже, и ОБСЕ, и Совет Европы говорят, что нужно принимать новую конституцию, есть там заключение Венецианской комиссии, что она соответствует нормам. Следовательно, по логике, по новой конституции должны быть проведены выборы и парламентские, и местные. І що кое-які. Так, стосовно парламентських. І також ваші колеги, багато політологів, експертів вважають, що вже наступної осені можуть відбутися парламентські вибори. Я не ісключаю цей факт. Я думав, що вони взагалі весною будуть. Але зараз, якщо просчитати все, то дуже важко весною провести, так як це теоретично невозможно. Тобто ще конституція не прийнята, там є нюанси. А весною, не ісключаю, наступного року, я не ісключаю президентські вибори. Нельзя забувати про те, що по логіці повинні президентські вибори нові бути. Когда – это большой вопрос. И пойдет ли на них нынешний президент – тоже большой вопрос. То есть вот, главная интрига – это не парламентские выборы, а возможность о том, что могут быть проведены президентские выборы. А по логике они должны быть проведены, так как новая конституция Украины. Ну так, я с вами погоджуюсь. И мы еще говорим, так как сейчас будут у нас местные выборы, и вот этот новый закон, который на 80% з Петербурзького, також колеги ваші вважають, зідраний. І більшість українців не розуміє цього. І вони йдуть, і дуже багато хто за кого йти голосувати. Що це за такий новий закон? Так, він, я тут не як політолог, як адвокат прокоментую, він дуже важкий. Тобто там маса всяких дополнительних условий по виборам мера, по виборам, ну, новації в часті того, що мер розбирається. Второй тур, точнее, проводится в тех населенных пунктах, которые превышают 90 тысяч населения. Списки сейчас будут фактически открыты.
и пропорциональная система, то есть будет конкретный кандидат и конкретная политическая сила, потом это все будет суммироваться в рамках населенного пункта. Поэтому он сложный, действительно. И в любом случае, ну, придется голосовать. Я думаю, я не предвещаю высокую явку населения на эти выборы, поскольку уже люди устали. Выборы, и на ситуацию, на все они реагировать не будут. Ну, какая-то явка будет, и изберут, естественно, советы, и в Киеве изберут, но посмотрим, что дальше будет. А фальсификации, как вы считаете, багато будет? Вы знаете, я вчера читал вот отчет ОБСЕ. ОБСЕ следит за выборами, есть такая организация по поддержанию мира и по проверке прав и свобод, демократических свобод. Они сейчас присылают свою большую группу, и практически каждый месяц у них специальный отчет по поводу того, что происходит в предвыборной ситуации, во время выборов и после выборов. И вот у них фиксируются факты, отдельные факты подкупа голосов избирателей и использования, что очень немаловажно, административного ресурса. А он всегда в Украине использовался очень умело и будет использоваться. То есть поддержки конкретной политической силы со стороны власти, скажем так. Да? Вот эти факты, они не улучшают ситуацию. Но в любом случае, я думаю, признают эти выборы, несмотря на нарушения, и они состоятся как факт. Якихось позитивних моментів нам варто очікувати після того, як вибори вже відбудуться? Я думаю, нам слідує чекати якихось негативних моментів, зв'язаних з тим, що, безусловно, будуть недовольні. Тобто хтось буде ображений, хтось скаже, що влада обмежила вміло їх популярність. Ви знаєте, що є багато політиків, деякі з яких арештовані зараз, які зв'язують свої арешти, ганення на свои политические силы в связи с их политической позицией и политическими убеждениями, ну и приближающимися выборами. Я думаю, что отчасти они правы, то есть действительно есть в некоторых арестах политическая составляющая, но этим партиям нужно не обвинять власть, а больше работать над созданием позитивного имиджа у себя в Украине, вокруг своих политических сил. То есть больше должно позитива быть. А многие партии, к сожалению, связались все со скандалами, самими коррумпированными действиями, причем эти коррумпированные действия потенциально были засняты на видео, и тут очень тяжело обвинять в этом власть. То есть когда ты сам, прикрываясь патриотизмом, нарушаешь закон и нарушаешь многие нормы действующего законодательства Украины. Вот здесь нужно над собой поработать. То, о чем мы говорили. Так, а вот еще как адвокат, скажите мне, пожалуйста, не будут відбуватися выборы на сходе страны, так? Это прищемление прав людини. Без сомнения. Здесь у меня однозначно жесткая позиция. Я считаю, что даже та часть Украины, которая под та часть Донбасса, которая находится под Украиной, города Артемовск, там, Мариуполь, Волноваха, часть других городов, там должны быть проведены четкие выборы, поскольку это часть Украины. Это густонаселенная часть Украины, это самая густонаселенная в Украине. В Донбассе, согласно переписи 2001 года, проживало более 7 миллионов человек. И сейчас там проживают 1 миллион украинских граждан. Я сейчас говорю про тот Донбасс, который под Украиной. Сейчас не говорю про ДНР, ЛНР. И все равно их лишают этого права, так? Да. Было естественно, выявление. Вы же понимаете, какое будет там настроение людей. А я его знаю, это настроение, оно негативное по отношению к власти. И оно будет усиливаться, поскольку эта позиция неправильная. Фактически там введено прямое президентское правление в некоторых городах. Созданы так называемые военные гражданские администрации. Как у меня, у адвоката, я считаю, сомнительное создание таких структур, но не предусмотрено Конституцией. И там президентское правление в некоторых городах введено. Это обосновывается там военным положением, это обосновывается опасностью. Ну, у нас везде опасность. И в Мукачево была тяжелая ситуация, в Чернигове вообще бардак был с выборами. Но там провели, все признали, сделали. То есть точно так же можно и здесь. А по поводу ДНР, ЛНР, то есть не подконтрольной части Украины, там это уже то, о чем мы говорили, предмет консенсуса. Я не верю в то, что там выборы могут быть проведены в ближайшее время, даже там на апрель перенесли, как бы их. Я думаю, что консенсус по этому вопросу, согласованности какой-то не будет, к сожалению. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Спасибо вам. За цікаву розмову дякую. А я нагадую, гостем програми був експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Залишайтеся з нами.